Сердца искушенной московской публики растопить непросто. Самарские музыканты дали не одну сотню концертов, но в этот раз по-настоящему волновались. Долго готовились, оттачивали каждый музыкальный полутон. Первые за 13 лет гастроли симфонического оркестра Самарской филармонии прошли в концертном зале имени Чайковского. Там действительно был концерт выдающийся. Я даже не ожидал, что будет такой теплый и такой искренний прием. Музыканты так были воодушевлены, что они играли как никогда. Вместе с самарскими музыкантами сильнейшие творения русских композиторов исполнил всемирно известный пианист Александр Гирин. Самую искреннюю оценку оркестру дали зрители, трижды вызывая самарский коллектив на бис. Действительно, они вложили все силы свои в это выступление. И они по реакции публики не поняли, что да, действительно, в Москве перед этой публикой, где выступают и Спиваков, и Башмет, и самые выдающиеся крики, оказывается, и они могут радовать и удивлять. Я думаю, что это вдохновляет наш коллектив к работе дальнейшей и к профессиональному дальнейшему росту. Эти гастроли, прошедшие при поддержке правительства Самарской области и областного министерства культуры, стали своеобразной подготовкой к празднованию 75-летия Самарской филармонии и симфонического оркестра. Созданный в 40-м году прошлого века, он прошел нелегкий путь. Сегодня награда за упорную работу – неподдельная любовь публики, как выяснилось, независимо от региона. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, «События».